смотрите, вы в ребенке видите свою судьбу. Она вас пугает. Вы начинаете нервничать, злиться. Он пугается вас, перестает слушать. Разум не развивается. Вы хоть его наказываете, хоть книжки читаете. Он ничего не слышит, потому что он вас боится. Все. Но если вы перевариваете судьбу ребенка, вы молитесь. Вы его перевариваете, означает, спокойно к нему относитесь. Вот я видел такой случай, ребенок там бегает, что-то орет, морду всем бьет, понимаете, такой. А мама такая подходит, говорит, сыночек, не надо, веди себя хорошо. Он такой раз сразу, она его переваривает, сильная, сильный очень человек. То есть она не то, что позволяет ему это делать, она раз его за руку и его расслабила сразу. Почему? Потому что она его не считает там каким-то деградантом, плохим ребенком. Это ее ребенок, ее судьба. Она его переварила, все. Он ее начинает слушать, и он меняется, становится другим человеком. Вот это, вот все, больше ничего не надо знать про воспитание. Дальше все остальное – это работа над собой. Становитесь лучше, развивайтесь. Дети все от вас переймут, все, что нужно. Он напор на сайтах сидит, потому что человек нуждается в счастье, понимаете? Человек хочет счастья, каждый человек. Вот подростки, допустим, они счастье видят только в противоположном поле. И поэтому они сидят на этих сайтах. Все, а на чем еще сидеть, они как бы не знают, они видят, что счастье вот такое, вот это для них счастье. Но если в вашей семье процветает чистота, молитва, то его очищает от этого. Понимаете, веды говорят, что точно так же, как туча, она охлаждает лес, пожар. Вот представляете, сколько нужно пожарных машин, чтобы потушить лес. Веды говорят, достаточно одной грозовой тучи просто. Тонны воды там несет Господь в этой туче, просто по воздуху. Понимаете, это уникальное явление. И вся эта вода, ух, на этот лес, и все, и потушила. Точно так же человек, когда вот в семье, в своей семье дома создает вот эту чистоту, благодать божественную, она охлаждает вожделение. Потому что стремление к противоположному полу, такое наслаждаться противоположным полом, грубого такого наслаждения, называется вожделение. Или соединение любви с эгоизмом, жуткое такое соединение. Это соединение охлаждается моментально с помощью тучи, грозовой тучи, алтаря, чистой атмосферы, освященной пищи в доме. Человек поел, и сразу раз, его уже туда не тянет, понимаете, все. То есть я вам объясняю, что если вы будете бороться с недостатками человека, то вы погрязнете в эту борьбу просто. А недостатки побеждаются очень просто, с помощью любви.